не гарантирует, что он впишется в ваш состав и что ваш состав вместе с ним заиграет. Золотые слова. Ну, опять же, вроде бы почти все это понимают, но, как говорится, не все. Ладно, у нас там выход быстренький под Plant B. Гетрай дает опен фраг. Это хорошее начало. Сейчас можно посаппортить команде и убить Фурла, но он немножечко опоздал. Видит, что противник сягается шарта. Ну и защита терпит поражение. Они не ожидали такого быстрого захода от нипов. Мне кажется, что довольно странно, учитывая паузу. То есть, противники поставят паузу и будут продолжать играть как раньше. Мне кажется, слишком самонадеянно. Но, тем не менее, бомбу установили. Задача минимум на экономический раунд выполнена. Слушай, походу, зачем они еще и раунд возьмут. Почему нипы играют так агрессивно? У вас есть бомба, сыграйте под бомбу. Зачем смотреть на противника? Соскучились? Я не знаю, Форест начинает гореть и... Мне тоже не хватает слов. Я не понимаю, что они делают. Да, они выиграют раунд. Хорошо. Это эйс от Гетрая.